может, здесь останемся, Сережа? Я могу вас высадить, я поеду. И дальше не поедем. Страшно, конечно. Ну, я вас на обратном пути, может быть, заберу. У нас, кстати, появились соседи. Тугили. Тугили, то есть не купил, я им давали. На какой на той? Вот соседи. Рядом дом. Вчера, то есть, молодые. Молодая девица была, довольно симпатичная турчанка. Она была одна или с кем-то? Пока одна. Там она просто вещи возила. Козочки. Интересно, они дикие? Али как? Нет, наверное, дикие. А у тебя, Володь, есть сливалка с большой памятью? Потом тебе видео просто солью. А у меня есть ноутбук. У тебя USB, а у меня может не быть. Что, я досмотри, шнурок я взял с собой или нет. А у тебя на что пишет? На... Ну что, я просто сливаю в компьютер. Нет, а она на что пишет у тебя в камере? High definition. Может быть, у меня просто есть разъем, то есть это вообще самый удобный вариант воткнуть ноутбук. Нет, чтобы потом тебе слить уже как в твою в память. В твою. Ну я и говорю, это просто воткнуть ноутбук и скачать. Так, здесь маленькая смотровая площадка. Останавливаемся? Мы видели, были. Ну, можно, а можно и нет. В принципе, тут всегда можно доехать и посмотреть. Не, ну здесь, да, здесь вопрос, кто-то был, кто-то не был. Нет, мы смотрели. Мы даже наверх туда плохая. Это здесь отмечено как хорошая дорога. Вот это хорошая дорога. Желтая. Желтая считается хорошей дорогой. А белая. Белая таких переулок. Белая на самом-то деле логика очень простая. Белая может быть и грунтовкой, и плохим асфальтом. А вот это вторичная дорога 3-5 метров называется. Вторичная дорога 6 метров. 3-5 метров вторичная дорога. Ну, здесь оно так и есть. Ты, Володь, когда уезжаешь? В пятницу рано утром. Ну, не очень рано, но в пятницу утром. 9.40, да? 9.45. А ты откуда знаешь? Пока что я уже знаю рейсы, когда летят, что ты уже не меняется. Риту ж сколько раз кричали, провожали. Да, в 7 утра выезжать и все так. В 7 утра выезжать. Я вообще собираюсь в 7.45 из дома выехать. Даже и так. А с кем ты поедешь? Ну, я с Сашей договорился. Саша, да. Машину поставь. Какие-то рощицы. Если вы хотите, может быть, остановиться посмотреть. Но да. Я бы это, может быть, делал немножко попозже, если... Да. Просто сюда мы доедем, а надо вот в те места. Ну вот именно. Да. То есть мне кажется, что прежде чем начинать отдыхать, гулять и так далее, надо уехать далеко туда, где скоро не будет. На это море смотрю, пытаюсь понять, здесь хоть как-то к нему спуститься можно. А мы в одном месте спускались. Покажешь, в каком? Я не знаю, вспомню ли там внизу, в принципе, такое. Ну, помнишь домик той, Сережа? Все, да. Я понимаю, про какое место вы говорите, да, но там оно, его все знают здесь. То есть оно похоже, что оно здесь одно. Наверное, одно. Смотрите, сколько выжженного. Реально выжженного, сожженного. Это не Россия, конечно. Рыбачий какой-то поселок. Есть ресторан рыбный. Рыбный, да, тут
Если я правильно понимаю, кстати, его Энверо хвалил очень. Но зуб не дам. Ты его подожгли, что ли, ресторан? Слушай, ты действительно думаешь, что он типа это... сгоревший? Конкуренты. Нет, это не в ресторан горел? Нет, там написано лошадиная фирма какая-то. Horse. Ну, Horse Beach Restaurant. А. Это место, где вас спускали, умилило тем, что там народ был строго парами. Я туда тоже спустился. Туда ездят на переезд. Да, да. На Камазе тоже мы, когда с Маргаритой гуляли, там вечером на обратном пути нашли парочки попадались, идущие наоборот туда. Тут, конечно, расстояние не туда, как на Камазе. С другой стороны, здесь и дороги могут сильно хуже оказаться. Нет, ну да, дороги-то, но все равно так далеко. За стенки я не помню. Я, кстати, тоже. Вот этот рыбный ресторан какой-то. Вот это с адрозамкой, да? Или нет еще? Смотрите карту. Смотри, карту. Карту? Да. Первый населенный пункт какой называется? Нет, это не Садара, я думаю, это первый что... населенный пункт. Кайла. Скорее всего, он и есть. Вот здесь, вот да, вот здесь пипец. Здесь вот этот поселочек. А, слушай, разобрали, пипец. Разобрали. Здесь была тупо коровья ферма. Вот я ездил в июне. Здесь тупо... Так. Вот. Кайла. Карту дай мне на секунду, пожалуйста. А, вот это правильно. Едем-то мы правильно.